Волосами серьезно мы стали заниматься в 2016 году, когда подключился муж. Почему он подключился? Да. Я вляпалась просто очень сильно. Это нельзя в эфире говорить просто. Никогда не скрываю, да, что у меня волосы нарощены, моя длина волос вот. А получается, все вот это вот чудо, это все волосы донора. Наши клиенты – это блондинки. Наши самые лучшие работодатели – это колористы, которые сожгли волосы клиентам своим. Девушку жалко, но наши деньги. Самый лучший в мире начальник – это я, потому что я работаю на меня. Никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник – это я. Всем привет! Меня зовут Александр Тюкаев. Это программа «Работай на себя». Сегодня мы в гостях у Екатерины Рахматуллиной. В 2016 году в Краснодаре она открыла студию наращивания волос. Давайте разбираться, что это за вид бизнеса и сколько на нем можно заработать. We just went for a ride, it was a beautiful day outside. Perfect summer weather, a perfect time together. Я попала под кризис в 2008 году. Меня сократили с работы просто, и мне нечего было есть. Подруга предложила заниматься ногтями. Вообще все с ногтей начиналось. То есть и первые какие-то минимальные вложения были, деньги дала мама. Сколько? 6 тысяч рублей дала мама. Мне хватило купить лампу, гель, кисточки для того, чтобы начать заниматься ногтями. Денег не было даже на обучение, на школу. Обучила подруга. Ну просто смотри, обычно там сократили, ушел с работы, ищешь другую, а не открываешь свое дело. Одну, вторую я нашла. Получилось так, что заработная плата, она была недостаточная для меня. То есть мне, естественно, там, заплатить за съемную квартиру, жить, денег не хватало. И по вечерам ногти. По вечерам ногти, да, это так и было. То есть пришла другая подруга, говорит, давай волосы нарастим. Я говорю, ну давай в интернете посмотрим, как их нарастить и нарастим. Она предложила, не надо на мне рисковать, я тебе заплачу за обучение. Очень тогда стоимость была минимальная. Она говорит, я же тебе за работу заплачу. Нормальная подруга. Я же тебе за работу заплачу, ты пойдешь. Отучишься, и мне как раз делаешь в счет обучения волосы. Ничего себе. Супер, да, у меня то старт есть это вообще. Ей прям вот такой поклон за, да, за старт. Да. А в каком году было? В 2009 году. Как отнеслись родные, близкие, вот когда запускала бизнес сначала с ногтями, потом с волосами? Как реагировали? Ну, с ногтями, наверное, это было попроще, потому что там был смысл заработать только себе копейку какую-то на пропитание, на жизнь. А когда я стала это все превращать в бизнес, уже брать людей, конечно, у всех постоянно страхи. То есть, мне кажется, отговаривали, говорили, делаешь сама себе и делай. Я говорю, я делаю, я-то заработаю там вот так 50-70 тысяч рублей, но мне не хватает, мне ни на что не хватает, мне нужно что, поменять. Тебе миллион нужен? Мне нужен миллион минимум, чистой прибыли минимум, потом дальше больше. Смысл не в миллионе, нет, смысл не в самих этих деньгах, мне надо, чтобы они у меня где-то оборачивались, крутились, что-то я забирала, что-то обратно там крутилось. Я не могу без вот этого всего, мне нужно. В какой момент это стало бизнесом? Волосами серьезно мы стали заниматься в 2016 году, когда подключился муж. И тогда-то было принято решение бросить ногти. Почему он подключился? Да. Я вляпалась просто очень сильно с волосами. Я вляпалась с волосами. Но есть волосы, да, очень много у нас же производства, большие волос. Есть то, что вот ты срезаешь, например, с одного человека, с другого, вмешать в один хвост, это уже получается как бы не ликвид. Такими волосами работать нельзя. Это нехорошо. Это нехорошо. Почему? Потому что структуры разные. То есть мы всегда вот здесь в нашей студии придерживаемся такой политики, что один донор, один человек, один хвост, это он идет одному человеку на наращивание. Они не уживутся друг с другом, у них чешуйки просто будут друг за друга цепляться, они не смогут друг с другом жить нормально. Я купила волосы у поставщика, нарастила их девушке, и, естественно, она не смогла. Я не могла их носить, все, я нарастила эти волосы, девушка оказалась из таких, кто просто написал на меня заявление в прокуратуру о том, что ей что-то сделали не то. Угу. Да, некачественную услугу. Я не понимала, мы с ней решили вопрос, заплатили штраф и все, и на следующий день муж говорит, все, закрывай свою лавочку, иди сиди дальше, пили ногти, чтобы на пропитание было, я буду изучать технологию. А какую общую сумму для платья? Это нельзя в эфире говорить просто. Я пообещала исправиться, я быстро все переделала, я оформила. То есть муж стал заниматься технологией, ее именно искать, чтобы самому осветлять эти волосы, чтобы не выходило у меня больше косяка, и я не нервничала по этому поводу, и чтобы больше не попадало заявление в
такие места, да. Запустили свое производство благодаря этому. Благодаря этому я ей очень благодарна. Если бы у меня сохранился ее номер телефона, я бы так бы ей бы сделала. Сказала спасибо. Out here on the floor, yeah, I got this. Step up to me like a man, can you handle this? I'll drop it down with the beat and pop it back up. Money tight in my hand, watch it stack up. Now we take it to the bar for a few shots. Long as we out on the floor when the beat drops. Got cash for this whole night, know what I'm saying? But rumor is that you a gentleman, you should be paying. Получается, 16-й год, где искать эти технологии? Мы перечитали кучу книжек, что-то пробовали, старые какие-то, старую литературу, там что-то покупали, даже в интернете заказывали книги какого-то там 61-го года выпуска. Химикаты мы нашли. Вот нужен нам был один химикат, и мы приехали на рынок, познакомились с человеком, он продал нам этот химикат, и как-то так получилось, естественно, мы обменялись телефоном, чтобы знать, где в следующий раз его искать. И как-то так на связи, он каждый раз говорил, а у меня вот этот еще компонент есть, возьми, но со своей точки зрения, чтобы мы его покупали. Он разбирался? Он разбирался, но он, видимо, такой был старый, такой прожженный технолог, который много в чем разбирался. Он просто говорит, возьми вот этот химикат, он тебе поможет сделать вот это, а возьми вот это, ему нужно было продать. Но он не впихивал ненужное, то есть он продавал именно то, что было необходимо нам. То есть мы до сих пор с ним сотрудничаем. Вообще, собственно, лаборатория помогла нам сэкономить очень много средств. Так бы я бы покупала на фабрике эти волосы, ну, к примеру, один хвост уже готовый, да, за 15 тысяч рублей. А так в 2-3 раза мне обходится только как сырьевой хвост, гораздо дешевле. В 16-м году, ну, это был такой, скажем так, дома, мисочка, в ней мы эти волосы, собственно, и делали. У нас нет сейчас и огромного производства, это есть небольшой цех, там стоит небольшое оборудование, этого достаточно пока для того, чтобы обслуживать. Все-таки, честно говоря, не очень понимаю, вот от начала, от момента, когда у тебя нету совсем волос, да, до хвостика, и потом этого хвостика. Ну, пока его нет, работает реклама, то есть люди нам, все наши контракты, которые с парикмахерскими в других городах, либо мы здесь сами срезаем, либо опять же, вот то, что я говорила, мама где-то, это все называется сырье, вот они, в данный момент. Они привозят его, или вы заказываете, покупаете, могут привезти, могут по пересылке, то есть смотря какое расстояние от, да, того города, то есть все видеосвязь, сейчас же все онлайн работает. А сколько стоит, ну, сколько вообще стоит, там, не знаю, купить волос еще не обработанный? Может, Да, это обработанный волос. Вообще, на самом деле, волосы приходят с людей, когда их срезают, он не обработанный, он должен обязательно пройти фунгицидную и бактерицидную обработку. Это как раз в нашем цеху занимается Игорь. Обязательно волосы дезинфицируют, потом только можно их отдавать к девочкам, к ассистентам, и они делают уже подготовку, то есть делают капсулы, капсулируют, и уже это можно наращивать клиенту. Давай поговорим про ошибки, про провалы, да. Обидно за то, что не пошла раньше учиться именно бизнесу, стратегическому вообще мышлению, стратегическому развитию бизнеса. То есть ходила, училась? Ну, конечно, я до сих пор учусь. Сходила на обучение, что это тебе дало? Что дало? Ну, получился вот этот вот именно, вот эта студия получилась благодаря обучению. То есть мы же работали всегда на интуитивном уровне. Обучение дает знания. Уметь правильно считать, грамотно выстраивать вообще свои планы, стратегически мыслить. Коронавирус, апрель, июнь, как переживали? Как переживали? Перед коронавирусом мы как раз стали строить новую студию, вот которая, да, вот эту, в которой мы находимся. Ну, коронавирус, он порушил все планы. Мы не знали вообще, что нам делать. Стоит ли ее ремонтировать, стоит ли ее вообще дальше, ну, продолжать открывать, к чему это все придет, когда нас откроют. Мы ремонт делали в коронавирус, как раз когда было все закрыто, но можно было передвигаться по городу, да, по два человека гуськом. Мы приходили здесь и ремонтировали. Здесь тоже практически сделано все своими руками, там покраска, плюс там два наших строителя, которых из дома забрали. Бросили стройку дома просто, из накопленных денег все сделали здесь, отремонтировали. В итоге, за это время минус какой? Минус? Да, ну, минус заработанные деньги, те, которые мы могли, ну, вот ту прибыль, которую... Ну, сколько? Мне хватило. Потерял? Ну, сюда у нас ушло, ну,
сколько посчитать, вместе с арендой, ну, миллион, наверное, это обошлось. А потерянных денег? Потерянных денег? Я не знаю, ну, так же, наверное. Заработанных бы. Да, не, ну, не потерянные, они были потрачены из моих сбережений просто и все. Ну, зарплаты обнулились просто. Оплатилась зарплата официальная, та, которая нужна была. Мне все сотрудники получили в свою заработную положенную плату. Сейчас какой у тебя доход? Сколько ты зарабатываешь? Ой, я зарабатываю, ну, мой заработок это 30% от оборота, это я уже высчитала, не зря училась. Теперь нужно выяснить оборот. Выяснить оборот. Ну, в год студия мне принесла, и я еще работаю своими руками, 15 миллионов. Это оборот? Это оборот студии. От них 30%? Моих, ну, 30, где-то 35% это мои. Так, начинаем. Да. Сложный подсчет. Сложно. Ну, 500-700 тысяч в месяц. Да. 500 тысяч в месяц? Да. Угу. Хорошо. Что дальше? Есть вообще куда дальше расти? Куда или дальше? Это уже нормально? Нет, 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 нет. Еще больше нужно денег, больше. Масштабироваться нужно, расширяться. Во мне внутренний, знаешь, такой ответ. Куда еще? Куда еще? Не хватает очень денег. Вот лучше не надо. Хорошо. 500-700 не хватает. Что дальше, чтобы вырасти, чтобы зарабатывать больше? Что нужно еще? Ну, нужно масштабировать эту студию, ту, которая есть. Это же новая. Масштабировать это же новый это... сегмент. Масштабировать это значит, может быть, продать франшизу, может быть, мы откроем свою сеть, хотелось бы. Для того, чтобы работать с волосами, чтобы вот работать в этом сегменте, какие нужны разрешения, не знаю, технические, химические, то есть вот что ты должна получить от государства, чтобы работать? Ну, чтобы работать? Да. Нет. Ну, во-первых, у меня должно быть предпринимательство с нужным видом деятельности открытое. Для того, чтобы работать с химикатами, ничего не нужно. То есть всех химикатов, которые мы закупаем, у них есть лицензии, сертификаты. То есть и они доступны к продаже, они в любой промышленности они используют. Используют та же самая перекись, я дома чищу ней бассейн. То есть каких-то дополнительных еще разрешений? Ничего, ничего. Ну, собственно, для чего бизнес еще открывать? Бизнес нужно открывать для того, чтобы он приносил деньги. Я как придумала, что мне нужен бизнес, то, что мне нужны еще мастера. Заболеть нельзя, на больничный пойти нельзя, на отдых поехать нельзя, когда ты одна работаешь. А большую часть времени я работала одна. То есть это не просто так, да, там с неба упало, вот на тебе хвост, на, вот делай работу. Нет. Работа, она такая, ее нужно работать, и бизнес нужно работать. Ну что, вы сами все слышали, верьте в себя, открывайте свой бизнес, как говорит Катя, работайте бизнес, зарабатывайте удачи. Бизнес сам по себе не работает, его нужно работать. Ну, как я, собственно, и сказал. Да.